В Костанайской области мужчина умер после отравления мухоморами. Это второй такой случай в регионе за последний месяц. Ранее другой сельчанин ядовитыми грибами лечил диабет. Едва спасли. Врачи предупреждают о том, что лечиться такими методами смертельно опасно, но люди продолжают поступать с отравлениями. Сейчас очень модная штука – мухоморный микродозинг. Это вполне доступно. В интернете можно найти множество, огромное количество советов. От ученых до популярных актеров, они используют этот микродозинг, рекомендуют его. Самое главное, вот ты не знаешь этот гриб, не знаешь, считай его ядовитый. Вот знаете, для грибов и змей незнакомые считаем ядовитый, обходим 10-й дорогой. Кроме лечения, некоторые люди употребляют ядовитые грибы еще и как дурман. Мухомор красный содержит психоактивное вещество, которое вызывает галлюцинации. В этом году в Костанайской области грибной бум. В случае отравления симптомы могут проявиться через несколько часов после употребления. А это тошнота, рвота, учащенное сердцебиение. Важно вовремя обратиться за медицинской помощью. А пожилым людям специалисты рекомендуют не доверять советчикам из интернета и лечиться только у врачей. Обещают, что за 3 месяца избавляют их от каких-то заболеваний, да. К сожалению, сейчас такой маркетинговый подход больше работает, поэтому надо пропагандировать население, чтобы они вовремя прошли скрининговые программы, чтобы вовремя сдавали свои анализы и держали на контроле свое здоровье.